Это Ольга из Москвы. Я учу роботов разговаривать. Доброе слово, и кошке приятно. А это мужчина ее мечты. Я серб. Как я сказал, так будет все. Ее бывший. Как поживаешь, Ольга? Его жена. Вы к нам когда в Москву с рулеткой? Зачем? Чужой жилплощадь смеете. Сын. Привет, Илья. И теща. Простите, как вас зовут? Татьяна. А вот это моя доченька. Милица. Ух ты! А это пятизвездочный отель в Сочи. Может, закроешь мне гештальт на прощание? Где все они проведут три незабываемых дня. Санаторий ваш, бутырка таш. Ешь, пей, спи. И кругами тут ходи. Я не могу здесь оставаться. Если ты меня любишь... Да, это она может. Паша, думаешь, я дура? Я все про вас знаю. Это мне все специально. Скорвай этой твоей электронной. Алина, как мне отсюда выбраться? Никак. Только бегу. Паша, беги! А мне здесь очень нравится. Комедия с сербским акцентом. Пиф-пас! Ой-ой-ой! И русской душой. Ты меня понимаешь? На все. Но я понимаю его вот так. Сердцем тебя. Тут все свои. Степа, здесь куда? Да, право. Я сказал право. Право по-сербски прямо. Тата!